Итак, всем привет, с вами Василок. И я снова в паркуре, потому что это просто разговорное видео, которое я даже не буду толком монтировать. У меня уже было несколько неудачных попыток, которые я снимал с Григорием, с Дерганом. Но в итоге они оказались пошли прахом, потому что что-то, ну, там, со звуком проблемы. В общем, я хотел поговорить о 1 сентября и других вещах, связанных с каналом и так далее. Что там с 1 сентября, да? 1 сентября уже завтра. Конечно, это видео выйдет именно в тот момент, когда начнется 1 сентября, но сейчас я его записываю еще до того момента, как оно началось. То есть я живу по екатеринскому времени, поэтому я выложу его в 2 часа ночи. Вот. 1 сентября — это самый ужасный день в году. И это невозможно как-то опровергнуть. Все это прекрасно знают. Абсолютно. После 1 сентября начнется полная жесть. Нужно будет страдать, нужно будет все. То есть по 7 часов в день в школе. И вообще это, ну, это ужасно, да. Мне повезло, потому что я буду учиться в первую смену. Но тем людям, которые будут учиться во вторую смену, ну, только пожелать удачи, да. Потому что там вообще жесть. То есть весь день абсолютно отнимается. Абсолютно не остается времени ни на что. 1 сентября закончено. Ну да. Все и так прекрасно знают, насколько 1 сентября это ужасный праздник. Это даже не праздник, это праздником назвать невозможно. Что там по видео? Видео я буду выкладывать как обычно. То есть, как обычно, наверное, раз в 2 дня. Может, даже чаще, я не знаю. Может, позже. Ну, как получится. Но самое главное то, что да, они будут выкладываться регулярно, на постоянной основе. Опять же, в них будут все сниматься, как обычно, в общем. Но, есть одно но, снимать я буду их не в 16.00 по МСК, как я снимал до этого, а в 20.00 по МСК, потому что есть люди, которые учатся во вторую смену, и им будет не очень... Ну, то есть они просто не смогут сниматься видео, из-за того, что они будут возвращаться только уже после съемки видео. Это минус, поэтому придется снимать в 22.00 по моему времени, то есть, да. 20.00 по МСК, это у меня 22.00. Также я бы хотел поговорить о шортсах. Шортсы, это на моем канале, это просто нарезки. Нарезки полноценных видео, чтобы люди увидели нарезку, такие, о, нифига себе, вот это прикольно. Ну и зашли на полноценное видео просто. Но так как я выкладываю видео раз в 2 дня, шортсы выкладываю я также, получается. Сразу после выхода полноценного видео. А шортсы выкладывать очень... шортсы выкладывать очень редко нельзя. Ну, типа, их нужно выкладывать регулярно и очень часто. То есть, именно... наверное, 2 раза в день, 3 раза в день, вот так. И я подумал... недавно я вспомнил о том, что существуют так называемые коемс ролики, коемс шорсы. Ну, вы, наверное, может быть, видели у себя в рекомендациях подобные ролики, которые прямо сейчас, наверное, вставлю на монтаже. Вот. Я хочу снимать что-то подобное, но немного в своем стиле. То есть, чтобы там было, ну, частичка моего. Там, опять же, будут участвовать те, кто захотят на моем Discord-сервере. Просто, наверное, я даже сделаю расписание таких съемок. Не знаю, как получится, вот. Может, я буду снимать их один, не знаю. Но прикол в том, что они будут с максимально тупым сюжетом, который будет легко придумать. Монтажа прикладывать не нужно, да и людей они завлекают довольно-таки сильно. Не знаю, как это будет повлиять на мой канал. Надеюсь, положительно, опять же. Но если ничего не получится, то придется придумать что-то новое. Что-то уже менее кринжовое, типа... С шортсами закончили. Также я хотел поговорить о том, что с моим Discord-сервером. Мой Discord-сервер процветает, живет. То есть там прям реально, там уже 65 человек. Где-то так.
люди на нем сидят, активят, все дела. Ну, последние несколько дней, конечно, не так сильно, но это не важно. Я собираюсь, конечно, в ближайшее время добавлять что-то. Да, может, и не собираюсь, не знаю. В общем, что-то я точно добавлять буду. Но не знаю, когда. Так, пока что всем всего достаточно. Мусбот есть. Все нужные чаты есть. Заходите, да? Если вы все еще не зашли, это поможет продвижению канала. Ну, и также вы с ним можете посниматься видео, все дела. Дискорд-сервер, по сути, сейчас самое главное, что вообще может быть в моей жизни и, собственно, на моем канале. То есть, если бы не было Дискорд-сервера, у меня бы сейчас не было бы столько подписчиков, наверное. Ну и, наверное, последнее, о чем бы я хотел поговорить, это переезд в новую комнату. Я все это время... То есть, как только вообще мне подарили компьютер, я все время был в гостиной. То есть, у меня была кухня прям под моё обозрение. И из-за этого можно было и на некоторых роликах услышать лишние звуки и так далее. Это все потому, что у меня не было личной комнаты. Сейчас же она есть. Довольно-таки мне здесь хорошо. Я не думаю, что это кому-то столь важно, но тем не менее, это факт. Я этому очень рад. На этом я, наверное, буду заканчивать. Всем пока. С вами был Василок. Удачи в этом учебном году. Не сдохнуть, потому что... Не знаю. Это ужасно. Это плохо. Это смерть. Все. Всем пока.